В Елабужском институте КФУ состоялся всероссийский правовой диктант. Участниками образовательной акции стали более 250 студентов и преподавателей. К ним присоединились школьники и жители города. Эта акция вызвала большой интерес не только среди студентов юридического факультета. Здесь студенты факультета филологии, истории, экономики, управления, факультета математики, естественных наук. То есть интерес к праву, он очевиден, и поэтому этот диктант призван вот как раз узнать уровень своих правовых знаний. В течение часа участники отвечали на вопросы, касающиеся личной сферы, безопасности и культуры. Организаторами акции выступила Европейская юридическая служба, Ассоциация юристов России, Добрая Россия и Пункт развития малых городов. Российское наше законодательство, я вас уверяю, что сделано именно для нас. Почему люди живут не так, как им хотелось бы, а в чем-то выражают свое недовольство, это только из-за того, что мы с вами не знаем своих прав. С результатами работ участников всероссийского правового диктанта организаторы обещают ознакомить в течение 10 дней. Всероссийский правовой диктант стал финальным мероприятием недели юридических наук Елабужского института КФУ, приуроченной к Дню юриста. Диана Шилова, Сирена Иванова, Айдар Салихов, Универньюз.